интервью. Я сейчас нахожусь на Кубе. В России действительно не собираюсь. Однако могу прекрасно координировать действия «Окупайте Тотиляй», модели «Структ» через интернет. В этом нет никакой проблемы. Сейчас у нас и 19 век. Координация вполне доступна. А деятельность здесь свою я организовывать не собираюсь. Мне глубоко безразличен кубинский народ, кубинские дети и то, что с ними здесь происходит. Мне важен русский народ и деятельность «Окупайте Тотиляй» в России. Я успешно координирую отсюда. Кто стоит за моим обвинением, ну, совершенно очевидно, потому что любой может посмотреть ролики, которые я выложил, и понять, что там вообще нет никакого разжигания, нет никаких призывов, нет никаких поводов для того, чтобы возбуждать дело со сроком до 5 лет. Однако понятно, что если мне предъявили 282-ю, значит, посадить больше вообще не за что меня. Ну, просто не за что. А здесь хотя бы будет уже рецидив. Я уверен, и многие меня поддерживают в том, что обвинение исключительно педолоббистское. Да, это оно направлено на то, чтобы пресечь деятельность движения «Окупай Педофиляй». Сейчас, на настоящий момент, уже порядка 50 тысяч подписей собрано под петицией о том, что обвинение выдуманное, ангажированное педофилами, педолобби, и следователей вместе с тем оперативных сотрудников и экспертов надо привлекать к уголовной ответственности за фальсификацию материалов уголовного дела. Более того, я скажу, что движение будет продолжать расти, будут создаваться новые проекты. И мало того, я могу сказать честно, что та шумиха и та травля, которая началась в отношении движения «Окупай Педофиляй», в итоге пойдет только нам на пользу. Потому что, когда мы начинали свою борьбу, мы прекрасно понимали, что рано или поздно педофилы скинутся и заплатят мусорам денег. Это было очевидно, мы все это понимали. И сейчас, когда они скинулись и заплатили денег, это выплыло на общественные экраны, сейчас все могут посмотреть, убедиться в том, как это происходит. И в результате, когда мы продавим это педолобби, а мы это сделаем, потому что за нами, во-первых, правда, во-вторых, народ. Несколько продажных мусоров никогда не победят народной массы. Все, мы это продавим, и это только послужит лишним плюсом нашему движению. Если будет кто-то меня когда-то спрашивать, а почему ты не любишь полицию, а почему ты так к ним относишься, я смогу просто показать вот это дело, сказать, на, посмотри, кто это такие. До новых встреч!